Всем привет! Так. Звук есть? Напишите, пожалуйста, там плюсики или что там ставить. Сейчас проверим, есть. Ну, дело пошло. Себя я слышать не буду, чтобы не сбивать. Так, смотрю, 8, 11, так. Напишите, какой звук, громко, тихо. Первый раз, непонятно ничего. Ништяк. Не успел начать, уже косяк у него. Видео подготовил и удалил его. Так, народ, я смотрю, 12 человек. Ладно, в любом случае, расскажу пока про формат. Формат делается для того, чтобы YouTube просто, когда все это начиналось, делал на YouTube канале, и там нет интерактива. То есть даже те видосы, которые я закидываю в Facebook-группу, в принципе, нет обсуждений, нет никакого интереса, так по большому счету. Кто-то смотрит, кто-то не смотрит. Хотелось бы здесь именно сделать именно... Вопросы-ответы. Не знаю, получится два раза в неделю, не получится. То есть один раз какая-то тема, зададут вопросы, подготовиться потом. Видосы останутся, задавать вопросы бессмысленно. То есть они автоматически на этой странице остаются. Вот. И хотелось бы именно конкретно отвечать на эти вопросы. Потому что, в принципе, ничего нового такого особенного не будет сказано, я думаю. Но ситуация постоянно, информация постоянно меняется. И как бы хотелось раз в неделю проводить такие вещи. Ну, в любом случае, увидим, какая обратная связь будет, если понравится, не понравится. Планы одни, это вот раз в неделю проводить так, и потом сейчас разберусь, как подтянуть еще второго человека или отдельный человек будет вести, потому что уже договорен сесть со многими людьми. Вот, думаю, будет интересно. Так, формат, значит, здесь будет в любом случае таким образом происходить, что, ну... Лайт формат. Стараюсь не затягивать, как обычно. Мне он видос, я сделал, половину информации рассказал, и там на 30 минут. То есть часовые не хотел бы. Так, запускаю в любом случае. Первое у меня такое вот объявление. Есть нехороший негатив, я не знаю, здесь эти люди будут, не будут. Кто сейчас там обучение проходит. Ситуация такая, что когда нам запретили эти отзывы 3 октября, мы собрались, и, в принципе, было понятно, что как можно там денег заработать, как можно технично все это сделать, потому что были уже наметки, уже работали по этому направлению сами. Но когда мы прикинули, что если мы сделаем нормальный сайт, если загоним туда все товары и загоним туда обзорщиков, может произойти коллапс. Коллапс такой, что, ну, как бы сказать, один человек просто туда зайдет, нехороший какой-нибудь, и он забанит просто всех продавцов, всех до одного. Почему я вернулся к этому вопросу? Только из-за того, что на днях мне сначала один человек скинул, потом еще двое. Есть у нас одни курсы популярные, они сейчас запустили тоже сервис по отзывам. Я смотрю, они где-то, наверное, месяц назад начали очень активно нашу группу ревью. В принципе, я очень долго с Сергеем ее развивал. Мы после этого... Завтра, послезавтра, наверное, как-то будем ее перестраивать, потому что получается такая ситуация, что хотели сделать для всех, но мы очень много на это сил и времени потратили, а некоторые просто этим пользуются. Но это даже не самое страшное. В любом случае, смысл такой, что мне скинули скрины, мне скинули все, вообще, все товары, которыми сейчас торгуют, ну, которые сейчас на отзывы идут. Вот. И ситуация такая, мне, в принципе, они не интересны, если честно. Я никому не собираюсь их раздавать. Вот, там, и так далее. Мне даже один человек это дал, потом просто я задумался об этом, когда мне начал давать большое количество людей эту информацию. Ситуация такая, что заходят эти товарищи, которые раскидывают анкеты, видят, что в нашей группе Amazon Review пишет человек, что живет в Америке и готов делать отзыв. Ему предлагают в, естественно, привате заполнить анкету, если все нормально, его одобривают как бы, и он попадает в список ревьюеров.
Заходя в этот список по почте, в гугловскую, он видит все ваши товары и выбирает, какие хочет он купить. Ему потом скидывают деньги, соответственно, ну, процесс идет. В принципе, ничего здесь такого нет, нормально, хорошо автоматизировано. Но есть одна проблема. Я как минимум человек 5 заблокировал, в которых было написано «работает в Амазоне». Амазон не тупая машина, и там люди прям из Питера, из Киева и еще откуда-то. Ну, так же, как у меня по поводу этого из Пионера человек. Также он в Киеве. То есть заграничная компания, русскоязычный, сотрудник у них есть. Не знаю, что они здесь делают, может быть, там переговоры ведут и все остальное. То есть прям реально в личке, точнее не в личке, а в этом, как это называется, профиль был написан «сотрудник Амазона». Ну, то бишь, если амазоновские товарищи сейчас в моей группе напишут, что он живет в Америке, готов делать отзывы с выкупом, и его в анкету возьмут, то есть сами представьте, когда человек зайдет, как лис в курятник. Просто я не знаю, какие у них задачи у Амазона, но мы нарушаем правила, это надо понимать. Так же, как с продвижением, так же мы нарушаем правила с отзывами. И вот сейчас получается такая ситуация, передайте своим друзьям, кто там эти курсы про. Я думаю, все понимают, о чем разговор идет. Вот, то, что вы имеете в виду, что огромный риск потерять просто аккаунт, вообще вас забанят навсегда. Я не говорю, что надо к нам обращаться там еще как-то, но в любом случае так делать нельзя, и ребята, или вы как-то закроете этот беспредел полный, потому что это ужас просто какой-то. Если забанят там, я не знаю, там, ну сколько людей я смотрел, ну человек... Не знаю, 30-50 точно. То есть просто если я представляю, 50 человек кто-то забанит одновременно, ну это будет вообще. И кто этим пользуется, вы имеете в виду, что вы очень сильно рискуете, потому что вас очень легко вычислить, просто по вашему товару заходят, говорят, вот эти люди нарушают правила Amazon. Тут банят не за такое, а за какой-то элементарный, ну самые простые вещи. Тайтл там неправильно забит или еще что-то там. Какие-то там вещи там нарушил, фотографии неправильно копили, какие-то обиды. Так что имейте в виду, очень, очень такая важная вещь, передайте, пожалуйста, своим знакомым. Я не хочу там никого, негатив какой-то нагонять, но просто жалко людей, если такая ситуация может произойти. Так, ладно, по выбору товара переходим к основной части. К сожалению, видос я свой удалил. Ну, значит, в реальном времени буду все это рассказывать. Покажу там немножко, в принципе, показывать особо нечего. Смысл такой. Я для себя определил вот чисто способом метод проб и ошибок и простой работы, без каких-либо чтений, переводов и всего остального, какую-то определенную методологию выбора товара. Знаю я три способа таких основных. Это первый способ заполнения Excel-таблиц, заполнение... Соответственно, у нас все там этот как там, чек-лист, и, соответственно, вот как мы это делаем. Excel-таблица мне чем не нравится, очень долго, очень муторно. И я понимаю, для чего это делается, для объективных показателей. И чек-лист тоже для объективных показателей. Но проблема в том, что чем мы дольше делаем и чем мы дольше товар выводим на продажи, тем он более сильно устаревает. Соответственно, большое, огромное значение имеет скорость. То есть курс за месяц лучше курса за 3 месяца или за год. Потому что от момента ресерча и до принятия решения, что будете торговать этим товаром, переговор с китайцами, доставка и запуск, если у вас пройдет месяц, это вообще выше пилотаж. Очень мало тогда, очень редко такое происходит, но в любом случае это возможно. Так что время очень долго. Потом по чек-листам мне не нравится то, что это психологическая оценка самого себя, это субъективное мнение. Абсолютно мне нравится. И третий показатель, то, что основные показатели там – это анализ топов. Ну, топ-3, грубо говоря. То есть, получается, количество звезд, количество продаж, их листинг, оценка и все остальное. Это мне тоже совсем не нравится. Вот, потому что я расскажу, как я делаю. Как раз я их откидываю. Это, как сказать... пиковые значения статистики и как бы отбрасываем. То есть там самый верхний, самый нижний. Ну и надо быть, я не знаю, большим оптимистом, чтобы рассчитывать сразу подвинуть топов. У топов могут быть внешние трафики, может быть на там реклама, может быть сайтов они торгуют, ну и так далее, и так далее. То есть огромное количество различных. У них уже истории есть,
Вот, и, соответственно, эти продажи происходят. Мы как делаем? Во-первых, чтобы не быть голословным, я с сентября месяца начал отбирать именно жирную нишу. То есть я выбираю достаточно просто, никакого секрета здесь нет. Это действительно хорошая продаваемая ниша. Первый момент. Второй момент – это сезонность. Сезонность – это конкретно не сезонный товар, а именно цикличность. Практически, ну, основная масса товаров есть свой цикл. То есть там бейкон какой-нибудь, выпечка или еще что-то, они у нас, получается, Новый год. А какие-нибудь товары, связанные с кемпингом, они у нас в любом случае летние. Но они не являются сезонными товарами. То есть сезонный товар какая-нибудь поливалка и сезонный товар какая-нибудь лыжи – это совсем разные вещи. Из-за этого первый момент – это хорошая жирная ниша, которая приносит хороший доход. Второе – это цикличность. То есть зимой мы выбираем летний товар, летом мы выбираем зимний товар. И третий – это, мне кажется, наверное, решающий показатель, потому что первые два достаточно просто найти, ничего такого там нет. А третий – это найти маржу. Маржа, во-первых, нам приносит доход и оплачивает все наши праздники жизни. А второе – маржа – очень сильный показатель, связанный с тем, что ниша не перегрета. То есть в любом случае это объективный, такой сильный объективный показатель, который показывает нам, что здесь еще недостаточно конкурентов, здесь не такой демпинг, то есть демпинг никому не нужен, все пока зарабатывают. Вот, то есть это хороший сигнал, в котором можно работать. Так что в этом отношении я сказал, теперь, значит, двигаемся дальше. По поводу выбора товара. То есть собрали мы группу собрали товаров, ну, где-то около, сейчас на данный момент около 600 ниш, по которым, чтобы не прыгать там по Амазону, мы работаем. Вот, заходим в эту нишу и уже по нише смотрим. Но не так все просто, если бы, например, мы в Jump Rope или там какие-нибудь расчески, там Brusher, там, или Dog Toys зайдем и будем смотреть, например, первый подряд. То есть вот сейчас на данный момент экран переключу. Не знаю, как там он работать будет. Попробую показать. Чтобы лучше показать. Так, кстати, там экран видно? Так, вот табличка. Ну, вот такого плана. То есть вот таблица, например, по всем группам я разбиваю. И здесь в таблице, соответственно, заношу данные мерчинворда, заношу статистику октября, ноября, декабря. То есть сейчас вот у нас будет январь. В конце месяца я вот эти вот все беру. То есть, ну, можно просто зайти. И статистику это в ручном режиме я собираю. Ну, кто-то программно может, кто-то там, как я, по-убогому. Вот, я предпочитаю руками все это сделать, потому что часто программы врут, к сожалению. Вот, вот набрал я такую группу товаров, и вот у меня статистика, сколько они продают. Кстати, вот такая вещь непонятная, для меня парадокс. То есть вот в декабре я многие знаю людей, у которых нормальные, реально продажи происходят. И в Новый год, то есть рост 2-3 раза. А здесь получается ситуация такая, что практически вот можете посмотреть, самое что смешное даже, в детских игрушках все происходит то же самое. Ну вот, например, Safety Gate. То есть вот мы посмотрели, основная масса у нас получается закажет такие товары, не закажет, то есть мы уже начинаем анализировать. Когда мы по марже прошли, мы уже начинаем анализировать доставка, мы начинаем анализировать размеры товара. Ну и все вот эти вот моменты. Здесь вот этого нет. Сейчас посмотрим какие-нибудь, может, другие. Так. Ну, в принципе, не столь важно, на самом деле, какие товары брать. Смысл такой, что посмотрели мы, таким вот образом проверили, например, емкость рынка. То есть я смотрю по амзоскопу, мне удобно, там каждый день показывает. Момент по амзоскопу. 26 и 25 показывали одинаково, значит, они показывают нам не продажи в день, а продажи
средний в месяц, поделенный на 30. Я делаю именно вывод такой. Вот 75 штук. Проверяю я здесь 62. То есть, получается, на данный момент, в середине января, продажи вот на эту штуку намного хуже, чем у нас они были даже в декабре. Ну, видимо, так. Если взять Google Trends, можно, соответственно, США за год. Вот здесь можно и... Так, не то. Я в основном беру All Department при анализе, но бывает такая ситуация, это именно с детскими товарами, это Baby, Kids и так далее, которые, например, там, Baby маникюрный набор, там какой-нибудь там, Baby, эти, как называется, какие-нибудь там фрукты, которые они там режут. Вот, из-за этого здесь приходится по департаментам уже смотреть. Ну и вот здесь вот смотрим мы сезонность. Сезонность за 5 лет у нас получается. Так, сентябрь. Ну так, ярко выраженного такого нет. Можно посмотреть здесь. Ну, в любом случае, то есть идет подъем у нас май. Январь должен быть на спаде. То есть вот сейчас у нас еще декабрьские продажи, получается, идут. Вот, то есть у нас получается подъем-подъем и постепенно вниз. То есть это как раз разговор о том, что сейчас на данный момент такой товар выбрать для продажи интересно. Потому что у него идет направленность именно наверх. Вот, то есть сезонность, вот у него цикл сезонности. Плохой качество, но это уже с интернетом. Тут уже, к сожалению, не получится. То есть получается на данный момент, вот я голосом это буду как бы повторять, то, что вот этот товар конкретно, у него есть направленность сезонности именно май-лето. То есть получается зимой надо выбирать товары в лето. Летом надо товары в зиму выбирать с направленностью. Здесь еще такой момент есть, очень немаловажный. Очень многие новички в этом ошибаются. Ошибаются из-за того, что если мы сейчас будем делать ресерч, я сейчас, в принципе, кто не успел еще ресерч сделать, запустить товар, например, до февраля, кто будет делать его в марте, я посоветовал где-нибудь с 5-10 только начинать ресерч делать, потому что не зацепит хорошие продажи декабря. Лучше пускай плохие продажи января зацепят, чем хорошие продажи декабря, потому что нас это очень сильно может в заблуждение вести. Так как, например, мы сейчас делаем ресерч, мы на данный момент... Да я вот настройки бы поменял только. Тут не все так просто. Ой, не знаю, как я это сделать, если честно. Что-нибудь меняется? Ну, не знаю, тут с интернетом просто в любом случае как бы тяжело сказать. А, понял. Так, ладно. Немножко сбился. Ну, вот смысл такой, короче. Когда мы делаем ресерч, при ресерче у нас происходит такой момент, что ресерч мы делаем сейчас. Мы не можем ресерч сделать, например, хотим мы торговать товаром летом, то есть, например, там в марте, например, там, я не знаю, или в... Ну, март, май, например. А продажи мы не можем увидеть. То есть нет ни одного инструмента. Почему я и создал вот эту таблицу для себя. Собрал вот эту таблицу для того, чтобы именно со статистикой вести. То есть когда мне пройдет год, мне уже будет проще работать. Потому что понятно, что я все эти данные собирал с Амзоскопа, например. Они в любом случае относительные. Вот. Но мне будет проще однозначно понимать именно сезонный товар, например. То есть... Так, ладно, возвращаемся. Так, где там я был? Вот, из-за этого проблема очень серьезная, и очень внимательно относитесь всегда к ресерчу, что мы берем данные за месяц, все эти отчетники нам дают, средний месяц мы можем поделить, но надо учитывать, когда у нас были пики, когда у нас были спады, и понять, когда будет направленность. Потому что
Понятное дело, что Google Trend нам не показывает продажи, он показывает только запросы. Запросы в Гугле причем, а не в Амазоне. Но так как у нас больше других объективных показателей тренда нет, мы, соответственно, пользуемся им. Вот, так что, когда вы сейчас будете делать ресерч, отложите его желательно до начала февраля, потому что по многим товарам, можно здесь посмотреть, кстати, февраль, вот здесь вот не так. А по многим товарам прямо вот с середины февраля начинается полномерный рост. У товаров, которые именно вот направлены с весна, лето, например, каким-то там кемпинг, там борьба с насекомыми, борьба там с грызунами, там, я не знаю, дачи, там, огороды и все остальное. Так, по выбору товара сказал, по недостаткам сказал. Вот, что еще по товару можно рассказать? По поводу погружения. Вот по моему опыту, вот честно могу сказать, я сейчас потыркаю товары. С первой попытки я практически не видел ни одного человека, который правильно выбрал товар. Почему? Потому что мы или на начальном этапе не имеем базы, но когда вот, в принципе, база есть, вот она, простая база, то есть никаких секретов нет. Это хорошая ниша с деньгами, потому что у меня есть примеры огромного количества, когда я начинал, я пошел на нишу там типа 5-5-5, там небольшая конкуренция и так далее. А у меня знакомые пошли многие в ниши разные, там даже там Dog Toys, например, и так далее. И когда они запустили рекламу, все вокруг на первой странице продавали там по 100 штук, а они начали продавать 10-20. Для них это было замечательно. И для меня было бы на старте замечательно, только у меня на первой странице продаж был как раз 5-10. Ну, там топы, да, продавали вот как раз там по 8 штук, там 2-3 топа, которые, на которых я никак не повлиял вообще. Они не вспотели от того, что я пришел, ушел, там им все равно. А те люди, которые запустились именно и отняли у топов маленький кусочек, то что там оборотка огромная, из-за этого очень часто оттуда можно выдернуть. Но на большой перспективе те товары не сработали, потому что там действительно конкуренция растет, быстро связали эти же товары. Вот. И очень часто происходит так, что даже при положительном вот этом заходе в любом случае от товаров отказывается. Потому что вот с кем мы там сотрудничаем, там, кого консультируем и все остальное, я говорю, при старте первый заход, если вы сработаете в ноль, окупите там затраты на обучение, там, я не знаю, или даже вернете деньги за товар, вы получите не такие неоценимые знания, которые вы можете, в принципе, в жизни применять, там, тот же SEO, там, я не знаю, там, на своей родине, там, сайт открыть, организовать, по нему работать. Не знаю, там, Amazon у нас будет работать, не будет когда-нибудь, но в любом случае всегда это можно использовать, эти знания. А в будущем вы сможете адекватно оценить, потому что сейчас, на данный момент, вы не сможете нормально, адекватно оценить те риски, которые вы, ну, вкладываете в этот товар, что ли, я не знаю. Так. По поводу погружения. Вот как раз хотел по поводу погружения сказать, что-то мне не попадается такой товар. Я говорю, накосячил я, честно могу сказать. Подготовил видео, его удалил вместе с мусором. И сейчас у меня домашних заготовок, короче, нет. Ну, первый раз без накладок не бывает. Вот это вот всякие такие вот товары, которые продаются неплохо. Можно смотреть тренды, но я уже, в принципе, все сказал. По поводу погружения, то есть имейте в виду, когда вы делаете ресерч еще в придачу, и вот как раз я говорил по поводу сроков. Те сроки, которые у нас заложены, например, мы хотим запуститься через месяц. Вот, имейте в виду, что пока у вас происходят переговоры, происходит производство, там, присылают вам образцы, очень многие в этот момент также выбирают этот товар или уже выбрали и везут. Так что кто говорит о том, что раз выбрать товар и можно сделать хорошо, выбрать товар или нет, я не соглашусь с этим. Это момент случая, если даже вы замечательный товар выводите. Вот сейчас мы, например, завозим прям отличный товар, он там, я не знаю, трендовый, там, всего ему там месяц, то есть зацепили отличные ниши, отличные по деньгам, но проблема одна, что мы еще не довезли, а на момент ресерча это было все супер, а сейчас туда едут, а мы еще никак не доедем, нам еще никак не произведут, и плюс еще вот проблемы с этими категориями, открываниями,
постоянными. То есть уже у нескольких человек до Нового года не было проблем Beauty Health Personal Care открывать, а сейчас вот с Нового года проблемы. Кто может помочь? Будем рады. Вот. И получается так, что в любом случае выбрать товар идеально никогда не получится. Все зависит от... Товар влияет, конечно, на многое, но он влияет на базу, но в любом случае удача имеет значение. Из-за этого, когда вы вот это все выбираете, вы в любом случае листать можете, если вам какой-то товар понравился, в любом случае листать можете на другие страницы, и по этим страницам уже высматривать каких-то новичков, которые очень активно двигаются в этом направлении. Я не буду особо показывать, какие плагинами, я думаю, все знают, но основной, например, по подсчету себестоимости, может, кто-то не знает или не пользуется, например, там вот этот калькулятор. Вот, то есть сразу можно посмотреть на затраты фи. Они не точны, я могу сразу сказать, уже много раз проверяли, но плюс-минус доллар. То есть, грубо говоря, 6,20 или 5,50, то есть вот в этом диапазоне он болтается. Остается 5,43, сами понимаете, сколько эта штука может стоить. Вы заходите на Alibaba, пробиваете, если она стоит там 50 центов, там что-то такое вообще. Памперс, наверное, какие-нибудь. Вот. То есть тогда интересно, если он стоит, например, там уже 3 доллара плюс доставка, но это совсем не интересно. То есть вот такой подсчет достаточно простой, очень легкий. Сейчас покажу, как на Alibaba можно еще все это смотреть. Я, по крайней мере, как смотрю. То есть я здесь также ищу производителей по ключевикам в точках на Amazon. Вот. Единственное, я не смотрю никогда по товарам. Я всегда смотрю по продавцам. Это намного быстрее. Здесь забиваем там любой там Nix, например. Мы забиваем, мы видим уже производители. Забиваем, естественно, Gold Supply. Ну, думаю, здесь все знают. Trade Insurance. Если очень много у меня вариантов, я забиваю еще этот. Но в любом случае я всегда работаю вот с двумя этими показателями. Вообще я работаю через посредников, которые мне все проверяют. Вот. Или моим там ученикам так называемым. Вот. И мы уже здесь вот так, таким образом смотрим, какие производители. Имеется в виду, что очень у многих бывают такие товары, которые даже на самом сайте нет. То есть я им уже даю задание, они мне отвечают, и по этому поводу мне выставляют предложения коммерческие. И очень часто, я говорю, реально вылазят такие, что их и на сайте нет. Бывает такая ситуация, что Amazon сам нам по вот этим выборкам высылает. Ну, достаточно удобно и достаточно быстро. Что мне интересно, я посмотрел год, все есть, если даже фотографии, цены. Бывает, даже и цены не смотрим. Просто контакт supply, отправляем болванку. На данный момент я еще пишу всем, принимайте ли вы оплату пионерам, потому что некоторые пишут, например, что они берут комиссию 2%, 3%, то есть надо все это закладывать в затраты. А некоторые пишут, что они вообще не принимают. А если они не принимают, куда девать деньги с пионера, если у нас какой-то оборот, вообще непонятно. Так что немаловажный момент. Так, по Alibaba протараторил по-быстрому. Пишите-то какие вопросы, я тогда не буду затягивать. В принципе, теперь, думаю, лучше уже отвечать по данной тематике. Потому что, в принципе, и задумывалось именно больше на вопрос-ответы. Есть они вообще? Я сейчас подумаю, что еще рассказать. Сейчас поищу. Алло, кто-нибудь есть? Вот, Денис появился. Привет, Денис. В следующий раз планируем. Вроде уже все разобрался, как надо все это запускать. Как раз заодно посмотри, как все это происходит. Скайп можно подцепить и все это показывать. Вопросы прямо сюда пишите. Я так думаю, что да, сейчас вот первый раз обкатаем, посмотрим, как это. Жирные ниши, вот я показываю. Что такое жирная ниша? Ну, это там, где есть хорошие обороты. Я считаю, оборот жирной ниши, ну, хотя бы от 30 продаж в среднем в день. Если вы смешером пользуетесь, просто поделите средние продажи. Давайте я сейчас смешер открою. Ну, сейчас этот прогрузится.
64. Вот 64 продажи. То есть я специально веду статистику лично. То есть это все отобрано. Отобрал каким образом? Через лучшие продажи eBay, там программка есть. Через код релиза Амазона, через бестселлеры Амазона, через все департаменты прошел. Что такое? Не вижу, еще раз. Ласка небеска. Еще раз напишите, не понимаю вопрос. То есть вот жирная ниша, то есть та ниша, где хорошие продажи. От 30 продаж хотя бы в среднем. Ну, если смешер, там смешер показывает продажи в день, и отталкиваясь от продаж в день, мы получаем, продажи в месяц мы делим на 30, получаем продажи в день. Вот, в принципе, по нише, я думаю, все понятно. Вот у меня как раз списки, вот, Baby, Sport и все остальное я для себя как вижу. Oxray не пользуюсь. Не знаю, то есть. Да, первая страница. Да, потом когда? Это основные, я говорю именно об основных. То есть мы берем хорошую нишу, где есть деньги, где есть хороший оборот. Надо иметь в виду потом сезонность. То есть если мы зимой выбираем, что он в лето. То есть сейчас на данный момент интересно торговать каким? Гриль, там какие-нибудь предметы, там я не знаю. То есть что мы в огороде, сад, огород, различные товары, связанные с туризмом, с борьбой насекомых там. Ну вот, то есть что на улице у нас будет? То есть в любом случае, у них страна, понятно, что сверху вниз. Но в любом случае, как бы, есть и северные штаты, то есть и вот таким образом. Потом, когда мы уже смотрим, жирную нишу определили сезон, и все отлично, мы смотрим маржу. Маржу я показал через Alibaba достаточно быстро, и просто можно посмотреть, есть ли смысл туда вписываться. Если у вас, вот мое представление маржи идеальное, я вот забыл об этом сказать, то есть если на доллар вложенный, в идеале мы должны получить 3, 2 чистыми. Это очень хороший товар в любом случае. На примере я не смотрю на сколько будет фи, я говорю в конечном итоге. Посчитать это легко, потому что я вкал калькулятор, мы высчитываем через калькулятор или через официальный калькулятор Амазона. Похоже, осин забиваем, там ничего сложного нет. И мы получаем свой товар. Но имейте в виду, как считать эту маржу. Если наша товарная ниша, например, от там, $20 до 30, имейте в виду, что надо маржу свою считать от 19,99. Я понимаю, что бывают какие-то там демпингеры там, по 15 и так далее. Можно, да, выкинуть одного-двух, которые там 5, погрешность процентов. Но если у вас половина людей торгует 15-25, и вы планируете цену в 20 там, или 19,99, это неправильно. Вы на начальном этапе никто. То есть, если вы крупная компания с известным брендом, да, вы можете и дороже продавать. Но на начальном этапе, мне кажется, более правильно запустить именно по такой нормальной, низкой конкурентной цене. Потому что никто вам не мешает подогнать хорошее качество, никто не мешает сделать коробку, там, я не знаю, подарок. Но в любом случае, по моему опыту, процентов 80 влияет цена положительно. Вот у Дениса как раз, он может там написать. У него, наоборот, опыт такой, что он цену поднимает, насколько я помню, это продажи растут. Ну, а то, что какие программы лучше, Сергей, я думаю, что никто не ответит, надо пользоваться. Я, например, скопом пользуюсь, и за это мне сложно сказать, например, другая программа лучше или хуже. У меня вот есть, например, Jungle Scout, вот такая программка. Сейчас покажу. Вот что есть, покажу. Вот такая программка Jungle Scout-овская. Она как бы ищет нам товары. Есть у нас эти товарищи, как их звать? Сова, там тоже как бы. Но, понимаете, все до одного. Это я почему в ручном режиме делаю? Я не доверяю этим программам, потому что когда одна программа на другое, погрешность на погрешность, погрешность на погрешность, получается в конечном итоге проблемно. Вот, то есть вообще неточные данные. Из-за этого я стараюсь минимизировать вот эти вот погрешности. Почему мы это вот здесь тоже? Здесь показатели там какие-то заносятся. Там вот сюда вот показатели заносим, там такая ниша, цены и так далее. Но получается такая ситуация, что мы забивали вот свои товары суперские вообще.
То есть, вот, например, погрузились в нишу, нашли такие товары, которые Merchant Word показывает меньше 100 запросов в месяц, а продажи под Новый год, ну там в ноябре, больше от 50 до 100 в среднем. Товар в себестоимости бакс, доставка 50 центов, то есть $1.5, а топы продают по 15. Ну, я не знаю, фи там 4 бакса максимум, ну пускай 5 даже, $6.5. То есть $1.5 мы зарабатываем на 5-8,5 долларов. Вот такая маржа. Понятно, что даже мы планируем выход туда и торговать, соответственно, в любом случае по совсем другим ценам. Мы не планируем по 14.99. Это первое, они сливки сняли. Вот. И опять же, молодые ниши очень часто с патентами, кстати, выводили. Да, Amazon Cloud. Да все, они пойдут. Они в любом случае рабочие. Нормальные рабочие программы, ни лучше, ни хуже. Почему я предпочитаю платную? Ну, потому что она есть. Мне удобно, что она раз в день считает. К ней вопросов очень много. Я бы с удовольствием пообщался с разработчиками, но они особо на контакт что-то не идут. Раньше она показывала совсем не точно. Единственное, да, ламзоскоп, не смотрите на зеленое вот на это. Это все так, такая мишура, это чисто маркетинговая замутка. Сама программа нормальная, но вот эта зелененькая вещь, что такой товар классный и по ней. Это все для совсем новичков и зеленых. Вот. Сейчас, конечно, она стала более точно показывать, но раньше, когда у нас были бешеные раздачи, ну, соотношение продаж фиктивных к отзывам, оно и показывало зеленое в основном. Что-то еще Merchant Word, ком стал давать некорректно. Да она, я не знаю, может быть, у них вообще проблема. Давно об этом разговор, о Merchant Word. Давайте поговорим о Merchant Word. Merchant Word – нормальная программа, такая же, как и все. Она не волшебная, она ничего такого не делает. Мне Merchant Word сейчас на данный момент нравится как? То есть, как я товар отбираю и как им пользуюсь. Merchant Word я вообще практически не смотрю на вот эти циферки, запросы. Мне даже больше интересны низкочастотники, меньше 100 запросов. То есть, те, на которые другие не будут внимания обращать. То есть, я что делаю? Через Merchant Word я проверяю фразы. Например, я нашел фразу во множественном числе. И я не знаю, правильно она или неправильно. Я забиваю Merchant Word и смотрю. По множественному числу, например, 100 тысяч запросов она показывает, а по единичному числу вообще нет. Ну, просто там, я не знаю, там искать надо где-то. Естественно, значит, я делаю предположение, что вот эта вот фраза более рабочая, и она интересна. И я потом ее забиваю в Merchant Word, заново ее прогоняю и иду сверху до самого низа. Выдергиваю, отдаю ключевики. Ключевики я вставляю в поисковик Амазона, через него пробиваю. Смотрю соответствие товара этому запросу, потому что, к сожалению, языком я владею, но плохо, совсем плохо, и получается, мне приходится двойную работу делать. Ну, я зато упорный, так что просто время побольше потратишь, ну, деваться некуда. И я отбираю вот эти ниши, забиваю их в соответствие, проверяю, и через Amazon Scout проверяю продажи. Если продажи есть, я откладываю как раз себе для того, чтобы этим ключевым словом в будущем пользоваться. То есть вот так вот я на данный момент пользуюсь. Мне не интересно там 10 тысяч, 100 тысяч, миллион запросов. У меня есть товары. Ну, например, кстати, еще есть момент один интересный. Даже вот по моим близким товарам. То есть ситуация такая, что Merchant Word показывает 300 тысяч запросов. На первую страницу заходишь, средний продаж 40. Причем показывает, бывает там большое количество, там сколько там, 16-17 SKU бывает больше, ну, одинаково, короче, 40. А забиваем запросник с 30 тысячами запрос, 60 продаж. И, соответственно, мы и думаем, как, что, почему и зачем, то есть в какую нишу вообще идти, потому что для чего мы все это пробиваем, подготавливаем, анализируем конкурентов и себя для того, чтобы куда нам двигаться. Когда мы продвигаем свой товар, мы как раз и думаем, куда нам двигать и что двигать. Для этого нужен анализ, естественно. Я работаю на дропшиппинге. Вот тут про онлайн-арбитраж спрашивают. Ой, дропшиппинг, ё-моё, приват-лейбл. О, Merchant Word стал, Merchant Word так и есть. Не знаю, Алексей, пишите. Может быть, вообще связи ни с кем нет, сам с космосом разговариваю. Ну, это интернет. Тут в любом случае вечер. Не знаю, какое время выбирать, чтобы точно... Я не знаю даже, на какой интернет подключаться.
У нас, как обычно, до 100 мегабит в секунду, от 1, наверное, до 100. Давайте вопросами засыпайте в любом случае. То есть сложно предугадать. На самом деле ничего такого-то. Ну, для теста достаточно товаров, в любом случае, все от ложных денег, мне кажется. Если у вас финансы позволяют, можно больше товаров заводить. Вот у меня по опыту люди по-разному все это делают. То есть я вижу, например, тест сейчас на данный момент таким образом. Если раньше мы раздавали, то сейчас мы в основном продвигаем достаточно просто. Достаточно 300 товаров, если для базового, если вы не тестите, потому что можно еще потестить, то есть там вообще 50-100 штук привезти, посмотреть, как это будет выглядеть. И есть такая фишка, что просто заново, чтобы не потерять буст, просто делайте новый листинг, и опять же этот товар повторяйте, привозите. Да, вероятность того, что у вас повторится этот результат, не 100%, но достаточно высокий, потому что если вы в out of stock попадете, скорее будет хуже, чем вы новый листинг заведете. Так что можно и по 50, по 100 штук закидывать, ничего такого страшного нет. Но если вы хотите просто одним товаром попытаться на нем заработать, все-таки попасть, очень долго на него время потратить. Хотя я именно за массовость. То есть стандартный, когда уже наблатыкался, то есть стандартный, кастомизация стандартная, запустили, пошло хорошо, не пошло, с минимальными потерями вытянули и двигаемся дальше. То есть берете товар 300 штук, желательно с себестоимостью, с доставкой до 4 долларов, желательно в 3 вложиться. У многих это получается. Соответственно, вот у вас 900 долларов примерно. Пускай 1000 долларов на товар с доставкой, потом заложили на промоушен. Промоушен что у нас делает? Ну, естественно, кто-то листинг сам пишет, кто-то нет, кто-то фотографии сам делает, кто-то нет. То есть все это сделали, запускаете товар, очень внимательно все новички обращайте внимание исключительно на то, что есть буст, этим бустом надо пользоваться. Буст вот эти 2 недели, самое очень важное, потому что если вы его пропустите, потом через тех же индусов поднимаете вы только одну фразу, а на начальном этапе вы можете поднимать все фразы. Через раздачи с выкупом фиктивным вот этим вот, через тех же индусов, там, через pay-per-click, вот, то есть кому какая стратегия нравится, можно все это делать вместе, но далеко не у всех, тем более если у вас 300 товаров, запустите pay-per-click и купить там этот, как его звать, Keyword Inspector, например, там проанализировать ключевики. Все можно достаточно просто. То есть я именно рассказываю про бесплатные способы. Мне кажется, один из вариантов. То есть просто пробегите по тайтлам конкурентов, по тем ключевым фразам, которые вы знаете, и там будет львиная масса этих слов. Если не лень, посмотрите еще и bullet и description. Вот. Но если уж сильный загон, то Keyword Inspector и вперед. Естественно, аналитика. Вот, то есть получается 1000 товар, 500-1000 маркетинг, ну так по-хорошему, чтобы продвинуть этот товар. Вот. И, соответственно, если вы за обучение кому-то платите, с кем-то консультируетесь, заложите эту сумму. Если нет, соответственно, вот вам 2000 достаточно. Вот. Ну, ключевые слова, их очень много. Если на то пошло, Facebook-группа, кто не знает, все, вот я не знаю, вот все курсы, которые я знаю, там, и так далее, вот таблица, она бесплатная, никаких тут нет. Если у кого есть что добавить, я там дропшиперы попросил, они мне накидали, надо будет добавить дропшиперские темы, но в основном мы как бы приватом занимаемся из-за этого. Вот, здесь есть расширение. Все программы, которые я знаю, здесь все. Они, естественно, собраны именно кровью и потом, то есть какие-то я перестал пользоваться, какими-то пользуюсь. Я не считаю нужным рекламировать какие-то платные сервисы, ну, там какой-нибудь I'm the one, как вот Денис как раз мне сказал, сейчас на данный момент ему больше нравится, как парсит позиции. Но он им пользуется, я не пользуюсь. Ну, у меня есть там, так скажем, 5-10 ключевых фраз, мне не впадло зайти и каждый день посмотреть, вверх я пошел или вниз. То есть если есть, обо всегда надо смотреть просто от вложенных денег. То есть если идет оборот, идет заработок, естественно, надо вкладывать и себе увеличивать сервис. Если вы экономите, то есть аккуратно всем этим пользуетесь, а на старте надо именно так работать. Не для того, чтобы экономить, а для того, чтобы знать, как это делается. То есть когда вы отдаете, например, какой-то программе, потом не можете сами это найти, мне кажется, это неправильно.
Так, что тут еще? Ну, европейский Amazon, наверное, отдельно надо будет. Есть люди, которые по Европе этим занимаются, конечно, надо их подключать будет, рассказать. Ну, сейчас информация такая, что вроде не 15-600 евро надо, а именно вот эти вот там, сколько там, 87 тысяч, и до 87 тысяч никто трогать не будет. Оборот в год. Раньше говорили вроде 15-600. Сейчас мы уточняем эту ситуацию. Если действительно 87, то да. А потом есть еще информация такая, что в идеале лучше на данный момент получается, мне человек сказал, есть два варианта. Это на Pan European отправлять, тогда нас будут отправлять потом товар на каждый склад. Нам надо отдельно в каждой стране Европы, Франции, Испании, Италия, Германии, Англия, ват делать и все остальное. Но вот сейчас у человека ситуация такая. Он отправляет на Англию, и за поработав 3 месяца, его уже Amazon автоматически раскидывает на другие страны. И даже листинг предлагает ему сделать за 20 или за 2 цента, я не помню, одно слово. Так что и он теперь ват платит только в Англии и голову себе не забивает. Соответственно, да, если вы в Европе, надо вам в евро счет. Если вы в Англии, надо в фунтах счет. Если американским, надо в этих, в долларах счет. Вот, так что планируйте с Англии начать неплохо. В любом случае она работает. И вот я на данный момент рассматриваю варианты именно открывать счет в Англии, и мы как раз над этим сейчас работаем. То есть вот информация по Европе такая. Пионеры исключительно, во-первых, по пионеру обращайтесь, у кого приличные обороты, можно их сбавить. То есть, по крайней мере, есть контакт, где можно получить лучшие условия. То есть убрать вот этот процент, который мы за вывод. Но это опять, при больших оборотах всегда есть преимущество. Я еще раз говорю, когда вы проводите сейчас переговоры, обязательно общайтесь, спрашивайте про пионер, можно ли оплачивать им. А если нельзя, то сделают они ли эту возможность. Вот. И затраты на пионер большие, но не забывайте, пионер – это платежная система, а не карта. Ваши налоги никто не знает. То есть вы ими пользуетесь, и мне кажется, очень даже неплохо для старта, для пока не дойдете до этих ограничений, которые по обороту. Потому что мы за это говорим, что надо наценку иметь бешеную. То есть маржа должна быть хорошая. Ну, буст 2 недели, говорят, да, 10-2 недели, когда как очень-очень аккуратно по продвижению я специально сделаю на следующей неделе. Будем надеяться, подготовлюсь лучше. Извиняюсь за этот раз. Прям реально видос, который я снял, я просто его стер. И узнал это за 5 минут до конца. Потому что было много всякого мусора, сидел чистил, но вот так получилось. Так, сплит-тесты по фото буллетам. Ну, я так понимаю. Ну, делаем. В любом случае, что там. Чтобы запустить товар, надо его проанализировать сначала товар, потом проанализировать конкурентов. Вот. Анализ конкурентов в конечном итоге это надо понимать, по какой цене мы должны продавать товар. И мы, да, сейчас нет проблем продвинуть на первую страницу. Проблема удержаться там. Могу сказать свой личный опыт. Я продвигал, мне продвигали бесплатно очень многие. Вот, я кому-то какие-то услуги делаю, мне какие-то услуги делают в виде рекламных акций там или еще чего-то. Вот. А смысл такой, что бы я ни делал, по моему опыту, чем мы плавнее, ровнее, спокойно поднимаемся наверх, тем мы медленнее опускаемся. Ну вот у меня так получается, я не знаю, как у других. Сертификаты и патенты, ну, слава богу, с патентами мы еще не столкнулись, но если попадаешь, то это жесть. Бывает по пендингу, патент пендинг, я не знаю, зачем это пишется, есть вероятность, что они нас обманывают, но я не знаю, как с этим бороться. Мы искали везде, ничего не нашли, нанимать юристов, патентных вот этих вот, но очень сложно. То есть вообще непонятная ситуация, патентам лучше туда, конечно, не лезть, я стараюсь не лезть. Вот, потому что очень сложно просто выискивать их. Когда они готовы, ну, понятно, патент есть, человек написал, я всегда описание читаю. И если я вижу классный товар, хорошо продается и нет повторов, я начинаю очень тщательно читать description, я начинаю очень тщательно читать bullet и смотреть на фотографии, потому что очень часто они там на последних фотографиях фотографируют этот патент, там все дела, но это правильно, мне кажется. Вот. Очень-очень с этим аккуратно. Ну, я сейчас говорю, на старте надо простыми товарами торговать, а когда у нас уже все нормально, уже можно рисковать. Вот. Плюс там, как мне вот человек один опытный рассказывал, что мы не сталкивались с такими проблемами, как, например, товар двойного назначения, когда таможня определяет. У меня есть знакомые, которые одни привезли товар, он нормально продавался, другие привезли, что-то там в тайтле не так написали или что-то не понравилось, его определили как вредный, какой-то опасный для здоровья товар. Там, блин, обычный товар там,
Ничего такого нет. Ну вот так. Из-за этого ему пришлось выдернуть товар с Амазона, переклеить наклейки и заново тайтл все переписать, как будто новый товар. Вот, и все нормально пошло. Так что моментов много. У меня сейчас проблема основная, вот сейчас прямо, это я не могу открыть beauty и это самое, ну здоровье, короче. Help personal care, не можем открыть временно. То есть у нас уже 6 отказов, я не знаю, что делать. Ну мы, то есть, 3/4 товаров уже в Home & Kitten отправили, но ко мне другой человек обратился и говорит, что его в течение полугода уже перекидывает постоянно, он торгует в Home & Kitten, нормально торгует. Я думал, когда перекидывает себя в смежную категорию, то есть вот как раз в здоровье, думал, что ну все, ништяк, халява, нифига, он говорит, его блокирует. Он каждый раз пишет письмо, чтобы его вернули назад, а вот после января опять он написал письмо, чтобы его вернули назад, и ему сказали, открывайте категорию. А как открывать, непонятно. То есть там требуют с каждого товара ват, завода там и так далее. Ну, вот ищем. Делаем, рисуем документы, не получается. А, Фибоначчи, Фибоначчи. Ну, в принципе, Фибоначчи можно посчитать в интернете. Я как бы уже забыл там. Вот, я просто с Фибоначчи, с этим принципом сталкивался именно на Форексе. Вот. Небольшая проблема. Я не знаю, как через Фибоначчи они продвигают. То есть по принципу Фибоначчи я не продвигаю. Я на данный момент рассматриваю варианты продвижения. Это классика жанра, то есть это выкуп с SEO, то есть мы выкупаем товар по определенным ключевым словам, двигаем туда, куда хотим, мы это контролируем, мне это очень нравится. Второе – это индусы, мы двигаем туда, куда надо, и то, что надо, то, что готово, я считаю. И третье – это pay-per-click, то есть мы определили фразы, можно, например, перед индусами запустить в точном соответствии фразы и проверить, будет там продажа или нет. В принципе, достаточно все просто. По внешнему трафику я ничего сказать не могу. Все люди, которые делали внешний трафик различный, Instagram в том числе, Facebook, Google, через лендинг напрямую, все провалились, к сожалению. На бумаге красиво звучит, все вроде просто, что на лендинг люди перешли. Причем у нас все специалисты, очень многие именно как раз SEO-шники пришли, они спокойно загоняют людей на лендинг по очень выгодной цене. Но многие просто не переходят. Просто нет переходов. Когда переходов нет, мы понимаем, что что-то мы или гоним не так. То есть мы рекламируем велосипед, а продаем колеса от велосипеда или наоборот. Вот. Но не получается. Меняли листинги, упрощали, усложняли. Красивое дело, некрасивое, черно-белое там. Не получается. Когда гонишь напрямую, получается очень сильно падает конверсия. А товар улетает в унитаз полностью. Когда индусы это делают, там хотя бы на Амазоне продажи идут. А когда через внешний трафик, все ключи вообще улетели у нас. И получается, люди как на игле, как наркоманы. То есть, если они Google там с Facebook отключают внешний трафик, тогда у них просто нет продаж вообще, потому что товар на Амазоне там, я не знаю, где индексируется на сотых страницах. А если отключить, то есть с рекламой идут продажи, там 5, например, 10, а без рекламы нет. То есть перспективу этот бизнес получается нет. Да я знаю, но скиньте мне, пожалуйста, этого человека. Много-много людей. Мы, например, с Sales Hub обратились даже. Хотя там они сказали, покупайте у нас курс. Но там, опять же, я говорю, если там обучением занимаюсь, я за это отвечаю. Если занимается обучением там дядя Вася, он за это отвечает. А когда обучением занимается какая-то корпорация, и когда принимают решения или принимают... Ну, вообще, в принципе, непонятные люди, тогда сложно. Ну, как вот, мы обратились, например, то есть безысходность, мы обращаемся везде сейчас. Нам сказали, купите курс у нас за $1800, и тогда мы вам поможем. Ну, я думаю, что те люди, которые все это открывают, закрывают, они в любом случае там же и подрабатывают. То есть те же самые люди, ну, просто девочки, которые сидят на кассе, принимают там звонки, они просто, в принципе, не знают ни людей, кто к ним обращается, ни, соответственно, цели и задачи. А потом, типа, там, главное капусту снять, а там уже дальше будет видно. Ну, мне кажется, так. Вот, скиньте человека. Я таких людей знаю с десяток. После Нового года мне один только в каком-то комментарии написал, что он до Нового года не мог открыть, а после Нового года открыл. Ну, может быть, как-то повезло, не знаю. Но вот все до одного отказываются. То ли сейчас соврал, работы очень много, то ли еще что-то, ну, не знаю, не получается. Вот. Что еще? Ну вот как раз про Sales Hub.
Андрей Крамер, он отказался. Мария Данченко отказалась. Кто там еще? Ну, в Форексе там своя логика. Какие там скользящие, средние там и все вот эти вещи. В любом случае, Форекс, он и есть Форекс, в любом случае. Что тут говорить? Другая история. Еще есть что-нибудь интересное? Что сказали? Не знаю. Что-то сказали. Видос в записи будет, можете пересмотреть. А, почему отказались? Сказали. А, вот как раз вот этот товарищ сказал, что он там на основной работе занят, ему этим заниматься некогда. Вот, остальные сказали, что сложности после Нового года. Ну, не все отказались, естественно, мы со многими работаем, то есть просто не получается. Вот, а просто у нас уже, говорю, 6 отказов, и приходится в Home and Kitten идти, но боимся, что нас потом там перекинут. Сейчас пытаемся завуалировать наш тайтл, то есть есть подозрение, что я боюсь, а наш товар просто-напросто не, ну, не пропустят, и за это пишем какой-нибудь такой обтекаемый непонятный тайтл, а потом мы будем переделывать, потому что у нас бренд-регистри делался, ну, переделаем потом по ходу пьесы. Ну вот, не могут, говорят, что просто не могут, не хотят, не могут, там, в любом случае, ситуация на данный момент такая вот, неприятная, неожиданная очень, неприятная, неожиданная. Давайте, давайте, нагружайте меня, а то мне прям как-то неудобно. Народ собрал, а почти ничего не сказал. Очень сложно, непонятный формат, необычно. Денис, давай ты еще меня загрузи. Так, что бы интересно еще показать. Угу. Ну вот да, спасибо, но вот я говорю, сейчас на данный момент. Ну, по отзывам, в любом случае, здесь момент такой, вопрос, наверное, больше зависит от конкурентов, чем от нас. Вот, потому что если отзывов совсем мало, ну, pay-per-click, сейчас можно из 3-5 отзывов начинать. Надо стратегию вырабатывать, то есть нужна определенная стратегия. Вот, отзывы, я никогда к отзывам не относился как к звездочкам, потому что у нас есть, сами знаете, отзывы с выкупом, отзывы без выкупа. Отзывы без выкупа мы используем только тогда, когда на старте размыть, увеличить массу количественно. А в будущем мы их всегда используем, когда нам надо срочно закрыть негатив. Вот. С этим вот огромные проблемы. Из-за этого, если вы запускаете, например, индусов, ну, надо посмотреть первую страницу, аналоги, как вы. Риск, благородное дело, как бы, тут уже надо по ситуации смотреть. А если вы запускаете pay-per-click, и 3 достаточно. В любом случае, как у дропшиперов, хотя бы один отзыв и должно здесь даже быть. Вот Денис установил свои позиции. Просто взял, он знал, по каким, насколько я помню, по каким ключевым фразам у него шли продажи, запустил pay-per-click, бустом соответствии, и все. И вернул свои позиции, потому что товар был востребован, он также вернул. Списком ниш из файлов делишься? Нет, не делюсь. Ну, просто как бы это, мне кажется, работа, каждый должен сам ее делать. Ну, у нас как бы есть там консультации, мы, то есть, консультируем людей, с ними делюсь, да. Ну, мне кажется, это честно. Я на нее потратил, в принципе, несколько месяцев, потому что пытался досконально как бы про... То есть, ну, потратил, в принципе, я с сентября по ноябрь. Конечно, я там не с утра до ночи сидел, но очень много времени потратил. А сейчас я каждый месяц обязательно, то есть сажусь и как минимум несколько, ну, день в основном трачу на то, чтобы перекладывать.
Да, может быть, там программными способами, еще раз говорю, это лучше, но мне я не доверяю. Ну, я, наверное, такой уже доисторический, мне как-то проще вот так сделать все. Но Денис подтвердил. Может быть, и возвращается. Я не знаю. У меня, могу сказать, было 201 отзыв, сняли у меня 102. На днях появился один. Я, честно могу сказать, не фиксирую вот это вот количество отзывов там и так далее. У всех по-разному снимали. Сейчас на данный момент была мода снимать отзывы, именно те, которые мы получали по старым правилам Амазона со скидкой, то есть за купон. То есть это прям ярко выраженное. Но pay-per-click, это, мне кажется, надо ролик отдельно сделать по продвижению. Продвижение, как бы, тут совсем другая тема. Ну, второй этот лайв я постараюсь в понедельнику. Не знаю, короче, посмотрим. В любом случае, по понедельникам будут лайвы однозначно. Просто вопрос формата, я думаю, поставлю на голосование, то есть какой формат, вопрос-ответ. Моя задача одна, это поднять вопрос достаточно быстро, чтобы не утомить никого, рассказать свою позицию, что мне нравится, что не нравится, и чтобы люди, грубо говоря, именно задавали вопросы, и я на них отвечал. Вот, если это интересно, давайте тогда как бы в этом отношении продолжать, потому что YouTube так не работает. Мы не можем пообщаться нормально. Я вообще бы голосом бы, если честно, включил бы, если бы мог. И мне было бы это еще бы удобнее. По вариациям вообще вот это супер интересная тема, но тут как бы вообще история такая, что вариации у нас на данный момент сейчас в негативе в плане того, что на старте лучше вообще вариации не брать, потому что как бы говорят, что нижние, ну, плохо продаваемые позиции тянут вниз весь листинг. Я не знаю, но вот такая сейчас мода, сейчас очень часто от многих я это слышу, и я не рискую. То есть я стараюсь без вариаций сейчас запускать товар. Хотя раньше считал, что вариации это классно. Ну вот получается сейчас так. Плюс имейте в виду, что вариации бывают двух видов. Может быть, там тоже есть какие-то нюансы. Мы еще этого не прошли, у нас не такой большой опыт. Вариации, связанные с... Бывает, короче, бестселлер ранг прикреплен к чайлдам, а бывает к парентам. И получается чуть по-разному. То есть некоторые товары, бывают, люди заходят, а вот как цвет определить, какой лучше продается. А там бабах, зеленый, красный, фиолетовый, серо-бурмалиновый, и все одинаково продаются. А на самом деле это не так. Ну вот, может, Amazon специально закрывает вот эти вот отчеты. Может быть, нет. Ну, я на данный момент этого не знаю. Но знаю, что такая вот ситуация идет. Я просто не лезу, стараюсь не лезть ни в патенты, ни в какие-то такие вот сложности, где есть риски. То есть мы стараемся минимизировать риски, потому что надо понять, что мы можем потерять деньги очень легко. Просто, ну зачем? Товаров реально много. Список вот этот вот, я говорю, я его намыл там 600 штук, но этот список не для того, чтобы... Он для того, чтобы вот человек, новичок, например, которого я там консультирую, он ищет товар. Он прошелся по этим нишам, он понял, что ему нравится, он отложил. И потом я объясняю ему, как погрузиться в этот товар. Ну, то есть, вот как вникнуть. То есть, там есть подгруппы. Можно через Merchant Word, например, забить. То есть, много разных механизмов, которые можно рыть, так скажем. То есть, есть, опять начнем с лопаты, там, со всем остальными. То есть, бери да копай. Главное, что. И когда я запускался на начальном этапе, у меня была проблема одна. Я не понимал, от чего отталкиваться. Причинно-следственной связи. Я не понимал, где будут проблемы. То есть, нам объяснили, как я понял, что все просто, легко, запускай pay-per-click, сделай все хорошо, запускай pay-per-click. Все, будет классно вообще с касками, и будешь хорошо продаваться. Так и было, только 2 или 3 года назад. В Европе у меня товарищ так и запустился. Вот, ну как товарищ, мы все здесь товарищи, познакомились исключительно на этой теме. Вот, и запустился он как раз, я его уговорил, он запустился в Европе, у него так и торгует, как и торговал. Вот абсолютно, как говорят, привези простой товар, сделай все качественно, фотографии, листинг, он за деньги все сделал, профессионал мы сделаем. Все, запустил. Реклама, само собой, потихонечку продается. Да, у него там не по 50 штук в день продается, но у него очень бешеная маржа и средний там 5 продаж в день стабильно. Очень даже неплохо. Ну, по-скромному, так скажем. Он туда и никаких денег не вкладывал особо. Вот, то есть именно у него тестовый товар. Он давно уже все, я так понимаю, отбил уже и смотрит, как ему развивать всю эту тематику. Ключевикам вебинар тут надо прям... Вот чем мы сейчас на данный момент занимаемся, это как раз в плане продвижения. То есть это берешь,
берешь слово, вставляешь merge in word. Вот как я делаю. У каждого товара бывает 1, 2, 3 таких ключевика. И забиваешь merge in word. Он, естественно, вываливает там огромное количество. Потом я, вот, как вначале говорил, пробиваю все через merge in word. Ввожу браузером строку Амазона, проверяю, соответственно, ему товар или нет, и есть ли там продажа. И откладываю. И так вот многократно, тупо и делаешь. И все, и ничего там такого нет. Уже потом анализируешь, если бесплатно, то это тупо тайтлы конкурентов по этим же ключевым словам. Анализируешь, по каким рекламам, на каких ключевых, то есть берешь топов и смотришь. По своим ключевикам пробежался, по каким ключевикам топы рекламируются, а по каким нет. Тоже поставил галочку. И вот по таким вот многим всяким косвенным факторам и делаешь вывод, по каким трафик, наверное, идет, а по каким не идет. Даже Keyword Inspector нам не даст точный ответ. Он даст просто ответ, что вот такие ключи у него есть. Amazon предложил создать свои шаблоны доставки. Не знаю, поэтому ничего не могу сказать. Я не этот самый, не логист, как бы, пока этим не пользовался. Пользуюсь посредником Владимиром, меня все устраивает. Всем советую его. Мы как бы сотрудничаем нормально, он проверяет заводы, он проверяет товары, проверяет у себя, проверяет на заводе, делает снимки, решает проблемы. У него есть партнер китаец, который по-китайски может пообщаться, и после того, как он пообщается, сбавить цену и 50 на 50, то есть разница в любом случае на плюс. Как из этой тучи запросов от мерчендворца выделить слова, название? Не понял. Мерчендворд я вот так беру, например. Мне нравятся слова одинарные или двойные. Ну, то есть длинные фразы очень редко бывают ключевиками основными. То есть там, я не знаю, выстраиваю именно от этого, то есть забиваю один ключевик, ну, например, там, я не знаю, там, качели, там, ну, то есть вообще вот прям одно слово желательно. И от этого слова чаще всего прибавляется по два, по три, по четыре. И потом я просто смотрю соответствие, соответствует этому запросу на Амазоне этот товар вообще продается или нет по этим запросам. И смотрю одновременно продажи, есть или нет. Если есть продажи, это соответствует моему запросу, он там пускай половина там товаров, не половина, то есть болтается. Или, например, ну да, в принципе так. И оставляю себе в таблице. То есть логиста, ну, логист, сейчас я... Мне он вполне вот устраивает, надежный. Я с ним познакомился, наверное, с самого начала. Это у нас контора вот эта вот. China Falls. Сейчас админы здесь посмотрю. Вот Владимир, кстати. Владимир Никулин. Я на данный момент сотрудничаю с ним, мне все устраивает. То есть я не вижу смысла. Я постараюсь с ним провести тоже такую же вот тему по поводу логистики. То есть он расскажет все вот эти вот моменты, я думаю, подскажет. Я не гонюсь за ценой, короче. То есть надо понимать, помимо цены, надо и риски оправданные, чтобы были. Они еще помимо этого помогают торговать на 1866, то есть покупать товар на китайских сайтах, помогают с переговорами, с решением проблем. Многим знакомым уже решили проблемы. Вот, что они еще делают. Да много, ну, то есть все, что можно, вот что вы придумаете, там, сбить цену там, и так далее. Естественно, надо делиться. Они не являются транспортной компанией, они являются именно посредниками. У них есть также партнеры по транспорту. Вот, ну и, соответственно, так вот мы и работаем. Вот Владимир Никулин. Я думаю, в чат смысла его скидывать нет. Ну вот, по поводу брендов... Алексей, в любом случае, там же понятная ситуация. Если мы ставим бренд, вот, ну, по крайней мере, если через Asin, он блокируется. То есть в Search Term, например, бренды, они никак не идут. Вот, то есть если, например, сейчас поставить товары, например, с брендом там, да любой бренд, вот, он не будет котироваться, насколько я знаю. Mm.
Ну, пошла переписка для тех, кто сам отправляет шаблоны. Ну, я не знаю, честно могу сказать. То есть я работаю, вот я именно рассказываю то, что конкретно сам делаю. Так не пробовал, так не делали. Алексей, чувствую, надо будет отдельно созвониться. Ну, по поводу, еще раз говорю, я немножко это самое, Steel Garlic Press Lenovo. Но в любом случае, по поводу этого самого, по поводу брендов, по моему опыту, я в любом случае из серстерма убираю. В любом случае, потому что если его пробивать вот сейчас, что у нас там, да неважно, пускай возьмем Baby Bottle, BMW. БМВ. Осин какой-нибудь. Вот отсюда сейчас выдернем его, да и все. Ну, не знаю. Бэби ботл, это не ботл. Дернем отсюда сейчас осин. Притормаживаю чуть-чуть. Так, возвращаемся назад. Сейчас с осином сделаю, с BMW. Вот, например, вот так. Ну вот, у нас красным горит, ништяк. Оставим, я не знаю, там, не знаю, BMW прокатит, нет. Может, они такой бренд не знают. Все, с BMW не катит, вот, я не знаю. Вот, да, я это самое, про бренд там. Не про бренд, а именно конкретно запрос. Я стараюсь запрос сделать из одного. А, экран не расшарен. Так, секунду. Сейчас видно? То есть вот я поставил осин вот этого товара. И получается вот что он. Значит, он не парсится, вот этот товар, таким образом. А если мы BMW убираем, делаем так, все отлично. То есть по этому запросу он Амазоном ищется. Так что вот, в принципе, и все. То есть я именно отбираю. То есть, если вот, например, мы Baby Bottle, например. То есть можно начать с Baby, откидываем, естественно, берем Bottle. И по ботлу, грубо говоря, смотрим, какие ключевики будут у нас вылазить на этом мершинворде. Я так понимаю, Baby Bottle рано или поздно тоже. Ну, понял, да, созвонимся, да и все, какой вопрос будет, потому что, так я говорю, что туго соображаю. Что там еще будут, какие вопросы? По поводу выбора товара именно. По поводу 3D-фото, ну, обращайтесь ко мне, в принципе, я этим не занимаюсь, просто я познакомлю, вот человек я давал, там он, в принципе, отвечал, могу вас свести, он вам все покажет, расскажет, вы там уже пообщаетесь. Просто специфика того человека, которого я отправляю, он фотограф, который занимается тем, что к нему приносят обычные фотографии люди, которые выставляются на выставку.
и он их улучшает, чтобы они смотрелись лучше, там, вытягивает цвета и так далее. Я не фотограф, не знаю. Вот. Он сам торгует на Амазоне, он все знает, все эти нюансы, он вам покажет, что он может сделать, улучшит, не улучшит, вы, соответственно, заплатите. Оплата стандартная, там, все зависит от времени, ну, как правило, там, я не знаю, 10-20 долларов, ну, ничего такого нет. Видео описание товара, ну, никто этого не может нормально. А так я делаю достаточно все просто, написали видео. Я, например, своим видео попросил знакомых написать мне трехзвездочный отзыв и за него проголосовать, чтобы закрыть все негативные отзывы. И он у меня сверху чтоб стоял, как самый популярный негативный отзыв. То же самое можно сделать и с позитивными. То же самое, сделайте нормальный ролик, видео, запишите свой товар, попросите того же Сергея по отзывам или своих знакомых, друзей написать отзыв. Сейчас просто с этим очень аккуратно надо, потому что на данный момент мы делаем отзывы там, я не знаю, строчка максимум. То есть там одно-два предложения максимум. Нельзя сейчас, ну, не знаю, Amazon не пропускает такие широкие, большие, развернутые отзывы. Дебилизм какой-то. Борются с ветряными мельницами, а в свою очередь отзывы без выкупа. Люди, когда имеющие оборот на Amazon больше 50 долларов, могут спокойно писать негативный отзыв и вообще никто не берет. Ну и позитивный, естественно, тоже. Вот, так что спокойно поднимайте в отзывах просто на самый верх, он будет вверху. Плюс у меня, например, в листинге и у многих, кого я знаю, у них все видео из отзывов под отзывами идут. То есть я видео снимал и показывал по этому поводу. То есть, в принципе, сейчас это уже не актуально. Ну да, конечно, на самый верх поднять, особенно там вторую фотографию, было бы круто, но это только могут сделать вендоры. Надрываться ради этого я смысла особо не вижу. Если у вас товар классно, так будет продаваться. А классный товар, он это просто совокупность факторов. Не бывает просто однозначно классного товара, его можно везде убить. Можно его сделать хорошо. 3-4 предложения. Это что? На, это серый. Ревьюер. Свою фамилию спрятал. Вот как раз и Сергей здесь. То есть, если какие там нужны вопросы по отзывам, он вам может также здесь написать. Тоже подтяну по этому поводу. Начало ролика, кто не видел, вот этой лайва так называемого, я говорил о том, что сейчас возникла огромная проблема, может возникнуть. То, что сделали сервис, в который может попасть непонятно любой человек, и в том числе работник Амазона, который увидит, как массово нарушает правила Амазона по отзывам. Вот. Так что я молчу уже про инсайт, что все знают ваш товар. Ну ладно, это как бы мелочи жизни, потому что там много сотрудников, много людей, много людей всяких, вот, которые тоже хотят заработать, которые видят статистику, продажи и все остальное, и у которых есть друзья, братья, родственники и так далее, и свои деньги. Это первый момент. Второй момент, то, что, ну, это не важно на самом деле, потому что два раза в одну воду не войдешь. А самое главное то, что вот сейчас этими отзывами творится просто полный беспредел, и могут просто забанить всех. Так что очень внимательно к этому относитесь. Это очень важно. Так, ну давайте или закругляться, или там какие вопросы есть, просто не буду задерживать уже больше часа. С интернетом еще непонятно. Ждем. Думаю, усё. Для первого раза на троечку, наверное, надеюсь, сойдет. Будем практиковаться, учиться. Будет в следующий раз интересно, надеюсь.
Ну.